В преддверии учебного года такой вопрос. Есть вероятность, что будет введено дистанционное обучение? Абсолютно против. Почему? Люди, я считаю, что компьютеры, это люди, как, перестают думать. Я сторонник, лучше говоря, и общения. Я, например, сторонник, что это, что компьютерные, может, какие-то, да, проводить, чтобы с этими, как, ну, уроки. А так лучше, конечно, и общаться. Вот, это мое мнение. Ну, вы сами понимаете, где ребенок принимает участие в школе, общественное, да, то есть общение, то есть, я думаю, это есть определенное развитие, где он сидит дома около компьютера, да, и происходит просто деградация, я считаю, что, ну, население и все. Это мое мнение такое. Ну, я думаю, многие против, как бы. Вот. Просто остается один вопрос, повторится это опять или нет. Ну, да, я думаю, что есть вероятность, что повторится. Ну, надолго ли, ненадолго ли. И момент еще какой. Существует ли действительно этот коронавирус? По крайней мере, среди своих знакомых я никого не видел, не слышал, не знаю. Дистанционно есть там проблемы, есть проблемы на самом портале, там есть много недочетов. То есть, если вводить дистанционное обучение, конечно, да, то есть все должно быть там хорошо доработано. То есть там проблем тоже много. То есть само удобство портала, вот где дети учились сейчас, там не очень удобно. Вот, там есть очень много минусов. Вот, то есть там нужно дорабатывать вот это все, чтобы было более удобно. А потом уже вводить. А потом уже вводить, да. То есть на данном даже этапе, если они ведут, это просто неудобно. Плюс у многих, конечно, нет возможности там компьютера, да. Для многих это на самом деле проблема. Вот мы учимся в 15-й школе, и когда ввели дистанционно, оказалось, что у многих нет даже компьютера. То есть нет возможности учиться дистанционно. Поэтому, я думаю, для многих сейчас проблема будет это. Дети все равно очень многие недопонимают. Им надо смотреть в глаза, понимаете? И преподаватель их не видит, и дети не видят преподавателя. Я вообще против этой дистанционки. Я не знаю, честно сказать, я такой человек. Я против этого. Общением должно быть, и дети должны учиться вместе. Они должны контактировать, они должны общаться друг с другом. Они должны учиться этому общению, потому что многие этого не умеют. Вот. А тут они вообще все разъединены, сидят дома, они на этих экранах. И, ну, я не знаю, по-моему, это нереально, несерьезно и ни к чему. Ну, вот у меня внук на следующий год в школу пойдет, я как бы против. Мне лучше, чтобы он в школу ходил.